Во время интерактивного марафона, посвященного 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне, зрители телеканала «Самара ГИС» прислали в нашу редакцию около сотни снимков и историй тружеников тыла. Родственники и знакомые отправляли фотографии своих предков, ковавших победу в военном Куйбышеве. Среди тех, кто решил поделиться воспоминаниями и фотографиями, оказался глава города. Елена Лапушкина рассказала историю о своем дедушке Григории Жеребцове. Он ушел на фронт из Куйбышева, получил ранение, прошел всю войну и встретил победу в Берлине. За боевые заслуги его наградили орденами и медалями. После войны Григорий Жеребцов работал на заводе имени Фрунзе. Несмотря на то, что праздники закончились, вы по-прежнему можете рассказывать нам о героях войны и тружениках тыла, благодаря которым Самара вправе рассчитывать на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести». Сейчас сотрудники нашего интернет-отдела формируют большой фотобанк, в который войдут снимки и истории об участниках Великой Отечественной войны. Вы можете делиться своими воспоминаниями и фотографиями в наших социальных сетях, а также присылать материалы на нашу почту, адрес которой вы видите на своих экранах. Анатолий Головко, «События».